Алтай-Баскет начинает борьбу за золотые медали Суперлиги 3. В первом матче в Екатеринбурге наши баскетболисты добились победы над Уралмашем 80-71. В эфире «Спортивный клуб». Смотрите сегодня в программе. Битва за Москву в Барнауле. В краевой столице продолжается второй этап чемпионата студенческой хоккейной лиги. Алтай-Баскет стартовал в финале Суперлиги 3. Готов ли наш клуб к первым в своей истории золотым медалям? В Англию на встречу с лондонским «Арсеналом». В Барнауле прошел необычный футбольный турнир среди воспитанников детских домов и школ-интернатов региона. Борьба за выход в финал. Второй этап чемпионата Сибирской студенческой хоккейной лиги продолжается в Барнауле. О шансах хоккеистов «Динамо» смотрим далее. Четыре сильнейших команды регулярного чемпионата из Западной и Восточной конференции будут бороться за две путевки на всероссийский финал в течение 6 дней. В Барнаул приехали победитель дивизиона «Бакалавр» нашей зоны «Бердский кристалл», а также команды с Дальнего Востока «Хабаровский регион 27» и «Читинский университет». Алтайский край представляет барнаульское «Динамо». Главным претендентом на выход в решающую часть турнира являются представители Новосибирской области, которые на первом этапе не проиграли ни одного из 24 матчей. Ну, у нас стоят высокие цели, мы должны занять первое место, чтобы пройти дальше. Понятное дело, на него настраиваемся как на самый главный турнир, чтобы выиграть последующий. В первый игровой день «Кристалл» играл против Читинского университета и уверенно разгромил соперника 13-0. Барнаульцы встречались с другой дальневосточной командой – Хабаровским хоккейным клубом «Регион 27». Перед этой игрой прошло торжественное открытие соревнований. Команды и болельщики почтили минутой молчания память жертв теракта в метро Санкт-Петербурга. Для хозяев льда этот матч стал первым на турнире. О силе гостей можно было только догадываться. Ну, игры покажут, насколько это сложно. То есть Бердск, если мы знаем, то есть мы несколько уже лет с ними играем, то Хабаровск и Чита, это то есть такие команды, которых практически ничего не известно. Хабаровск была создана в этом году, то есть никакой информации, ни видео, ни по составу, то есть нет. То есть будем играть с листа с ним. Отсутствие информации о сопернике сыграло злую шутку с командой Александра Усачева. Пропустив в свои ворота 4 шайбы, барнаульцы хоть и полностью переиграли хоккеистов в синей форме по моментам, но поразили ворота гостей лишь 2. В составе наших отличились Данил Гулаков и Владислав Свиридов. Итог матча 2-4, поражение «Динамо». Уже в последующих играх наш коллектив сумел одержать победы. 6-2 над Читинским университетом, уступил Бердскому «Кристаллу» 2-4 и выиграл прямого конкурента «Регион 27» со счетом 3-0. Шансы на попадание в следующий этап у нашей команды еще остаются. Все решится в заключительный соревновательный день 12 апреля. Алтай-Баскет стартовал в финальной серии плей-офф российской Суперлиги 3. Наша команда накануне провела первую игру в Екатеринбурге против местного Уралмаша и добилась победы со счетом 80-71. На одной из последних тренировок АБ в Барнауле баскетовцы работали на максимуме. Подробности подготовки далее. Для Алтай-Баскета этот финал может впервые в истории стать золотым. Несколько раз флагман алтайского баскетбола довольствовался серебряными медалями высшей лиги. В прошлом году стал бронзовым призером Суперлиги 2. Каждый игрок в нынешнем составе АБ мечтает получить золото. Именно поэтому на одной из последних тренировок перед вылетом в Екатеринбург баскетболисты работают на пределе своих возможностей, выкладываются на 100%, разбирая каждый момент двухсторонней игры под чутким руководством Михаила Терехова. Все готовы до зубов, вооружены в первую очередь тактическим разбором соперника, да, морально настроены. Поэтому, если не будет каких-то вмешательств извне, различных высших, небесных и прочих сил, то я думаю, что в этот раз судьба должна быть благосклонна к Алтай-Баскету. Перед стартовыми матчами против победителя регулярного чемпионата «Уралмаша» травмированных в лазарете нашей команды нет. В этом сезоне финалисты встречались 4 раза. В Екатеринбурге барнаульцы 2 уступили, зато на домашнем паркете взяли убедительный реванш, заставив капитулировать соперника также в 2 встречах. Но тогда это были игры регулярки, сейчас финал плей-офф, где права на ошибку у Алтай-Баскета уже нет. Не понаслышке это знает один из самых опытных игроков команды, мастер спорта международного класса Павел Агапов, для которого предстоящий финал в карьере далеко не первый. Опытный баскетболист, которого в команде называют «батя», понимает, как много факторов может помешать достичь заветной цели – выиграть золотые медали. Всегда это накал, да, нервов, поэтому можно просто перегореть или немножко перестроить, ну, думать все время об игре, и как бы это тоже может плохо повлиять. Ну,
Тут любой фактор может сыграть. И то, что мы на выезде играем, и перелеты. То есть мы только прилетели и, по сути, через 3 дня опять лететь. Это тоже тяжело очень физически. В первом матче финала в Екатеринбурге наша команда сумела одержать победу 80-71. И таким образом повела в серии матчей до 3 побед 1-0. Будем надеяться, что подопечным Михаила Терехова удастся выиграть у соперника и в повторной встрече, которая состоится сегодня, и увеличить свои шансы на золотые медали Суперлиги 3. Анастасия Романова, Дмитрий Козерлыга, спортивный клуб. В краевой столице завершилось первенство профсоюзов России по боксу памяти Олега Долгова. Этот турнир в краевой столице уже давно стал традиционным. На торжественном открытии в параде приняли участие боксеры, судьи, родители и тренеры атлетов. Спортсменов и гостей турнира поздравили почетные гости соревнований. Я бы хотел вам, спортсменам, пожелать успехов на ринге, чтобы вы показали достойные, красивые бои. Спортсмены из 12 регионов страны приехали в краевую столицу не случайно. На кону у победителей – путевки на чемпионат России. В соревнованиях приняли участие более 100 боксеров в возрасте от 12 до 14 лет. В течение 4 дней атлеты провели предварительные поединки. В заключительный 5-й день стартов состоялись финальные бои. Первые выступления прошли в упорной борьбе. Ни один из спортсменов не хотел уступать. Чемпионы с удовольствием делились рецептами успеха. Насчет тренировок, подготовки. Вот я уверен был и вышел. Победители и призеры получили заслуженные призы и подарки. 6 боксеров алтайского ринга стали триумфаторами состязаний. Первые места у Алексея Малышева из Камня на Оби и Захара Фомина из Барнаула. Серебряная медаль на счету Павла Ляпкина. Бронзовые награды у Никиты Сабо, Даниила Шершнева и Алексея Александрова. Лучшим боксером соревнований признали Захара Фомина. Ценным призом за волю к победе награжден Павел Ляпкин. Победители в своих весовых категориях примут участие в первенстве России по боксу среди юношей 13-14 лет. Оно пройдет в Анапе с 14 по 21 мая. Яна Аксенова, Анатолий Фукс, спортивный клуб. Необычный футбольный турнир прошел в краевой столице. Участие в нем приняли как мальчики, так и девочки, воспитанники детских домов и школ-интернатов региона. Победитель нескольких этапов может отправиться на родину футбола, в Англию, в гости к легендарному лондонскому Арсеналу. Даже морозная погода, установившаяся на этой неделе в краевой столице, не могла помешать детскому празднику. В этом году 11-е открытые всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов собрали большое количество команд со всего региона. В Барнаул приехали коллективы из Благовещенки, Ключей, Павловска, Заринска, Кытманова. Цели здесь несколько. Конечно же, первое – это популяризация спорта. Популяризация спорта, потому что дети... Они пока еще не могут себя в жизни зачастую найти, то есть они не знают, что они выберут. А исследования наши показывают, что очень хороший процент тех, кто участвует вот в подобных турнирах, и в нашем в частности, они в дальнейшем занимаются спортом. Состязаться в турнире пришлось в 2 возрастных категориях – младший и старший. По сравнению с прошлым годом произошло лишь одно изменение. В турнире не принимает участие ни одна команда, собранная исключительно из девочек. Однако многие коллективы все же включили в свои составы представительниц слабого пола. Первые матчи показали – борьба на поле серьезная. Победить и проиграть может каждый. Для многих футболистов-любителей прошедшие игры оставили неизгладимые впечатления. Ну я не могу сказать, но эмоции, радость. Что победили. Ну я даже не знаю, ну мы заиграли с командой, ну там они слабые, сами себе глаза били просто. Чемпионы из каждой возрастной группы отправятся в Новосибирск на общесибирский финал. Он состоится с 12 по 14 апреля и соберет лучшие команды со всей Сибири. Победа на этом этапе позволит юным футболистам отправиться на общероссийский финал, который пройдет в Сочи. Главный приз для чемпиона страны – поездка в Англию, на родину этого вида спорта, где их ждет встреча с игроками лондонского Арсенала. И на сегодня у меня все. Такой была прошедшая неделя глазами корреспондентов спортивного клуба. Увидимся ровно через 7 дней. До новых встреч в эфире.